Всем привет! Приглашаю вас прокатиться по городу Баку вместе с нами. Я извиняюсь сразу за качество видео. Не планировала снимать, просто хорошая погода, решили прокатиться. Кто жил на Баилу, тот знает, что здесь были узкие дороги между домами. Справа были заводы, военная часть. Сейчас набережная по правую руку и расширили дороги. У нас очень-очень много в последнее время строится новых дорог, асфальтируется. Также туннели, мосты много строятся, так, чтобы разгрузить дороги, чтобы не было пробок. Еще город готовится к Формуле-1. Вот справа у нас дворец ручных игр. Дальше музей ковра. Он как раз построен в виде свернутого ковра. Слева у нас находится фуникулер, а вот это вот виднеется красное здание, это центр Мугам. Мы сейчас подъезжаем к площади Азнефть. Вот такие красные автобусы у нас практически уже по всему городу, они оборудованы также специально для инвалидов, чтобы легко было заезжать на коляске. У них работают также кондиционеры. Справа у нас всю дорогу идет набережная. Вот уже поставили бордюры вдоль дороги. Идет активная подготовка к гонкам в Формуле-1. Уже вот трибуны поставили. Справа вот у нас театр кукол, детский театр кукол. Эти уже дороги разделили бордюрами. Слева у нас за трибунами музей. Вообще гонки решили провести через центр города, через крепость, то есть старый город, через достопримечательности города Баку. Поэтому вот мы сейчас подъезжаем к нашей площади, где обычно проходят парады. И здесь вот стоят уже боксы. Билеты, как я прочитала на официальном сайте, стоят где-то от $100 до 1000. И улицы в этих местах закроются 15 июня ночью до 20 июня. Это вот только часть города, по которой мы едем. Так очень долгое получится видео, если я буду весь город снимать. Слева вот у нас главпочтамт находится. Здесь же много юридических фирм,
где можно перевести документы, оформить также. Также вот центр джаза. Это все банки, а слева у нас парк имени Гейдара Алиева. Дальше находится российское посольство. А вот то, что вдалеке здание круглое, там проходило открытие и закрытие европейских игр. Спасибо вам всем за просмотр, за комментарии и подписку.